Они забивают голы, выигрывают матчи, учат детей играть в футбол и даже читают стихи. Я цветы полюбил, чтобы тебе их дарить. Я тебя полюбил, чтобы жизнь полюбил. Сегодня у игроков ВК «Химки» праздник. Клуб отмечает день рождения. Ему исполнилось 23 года. 30 января 1997 года он был образован на базе двух городских команд – «Новатор» и «Родина». За свою сравнительно небольшую историю «Химки» стал крепким клубом, одержал много побед и нашел отклик в сердцах болельщиков. Уважаемые химчане, приглашаем вас на футбол. Приходите поддержать красно-черных. Поздравляем спортсменов, сотрудников клуба, тренерский штаб и всех фанатов красно-черных. Желаем громких побед и процветания.